За мной! До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Прибыли, Артём! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. Повезло нам, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. А где были сталкеры, там... Черт, фильтров маловато. Ну ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры, братья. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Ого! Вот это да! Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался, вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артём. Повезет и до лета доживем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят. Вон, по крылу можно спуститься. Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Дождь. Понадобится. Чёртовы твари! Ох, сейчас, кажись, блюну! Старайся идти потише, тут, говорят, не только мутанты водятся. Конечно, настоящий коммунист в духов и остальную мистику не верит, но все равно пробирает. Давай на свет выбираться. Пробей служебное помещение. Ты чего сдурел? Теперь держи! Thank you.
Так, с этих хватит. Куда теперь? Давай-ка поищем проход через самолет. Слыхал я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Попробую открыть, я прикрою. Заклинило? Давай вместе. Пошло! Так, Артём, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка-Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. Странно как-то. Черт, ты тоже видел? Артём, что это было? Живые, смотри, они живые! Черт! Питания нет, двигатели заглохли! Домодедово, борт 767-16. Что за вспышка была? Спроси! Дайте площадку! Черт! Нет уже диспетчерской! Коля, падаем! Скорость какая? Скорость! Электроника вырубилась! О, господи! Андрюха, помогай! Да что же ты творишь? Тяжеловеса тоже не пашет! Планирую я! В руки себя возьми! Кнопка запустилась! Запускай вперёд! Кнопка не запустил! Давай вперёд!
Ну, что я говорил? Умные заразы! А мы уже почти пришли! Готовься! Со второго этажа будут! Тут за углом! Побежали! За мной, скорее! Давай сюда! Давай! Руку! Скорее! Сейчас еще набежит! Тут где-то рядом вход! Наверху! Черт! Ты смотри, сколько их! Надо предупредить станцию! Скорее! Давай по эскалатору! Скорее! Скорее! Они не отстают! Открывайте! Скорее! Скорее! Прогулочка получилась, а? Короткое свидание с